Согласно материалам дела, в нарушение нормативных требований заместитель директора по производству муниципального предприятия «Водоканал» и начальник цеха водоотведения допустили к работе слесарей цеха водоотведения под руководством мастера цеха, который не прошел обучение и проверку знаний и требований охраны труда, без обеспечения в полном объеме средствами индивидуальной защиты и приспособлениями, необходимыми для безопасности выполнения работ, без проведения в полном объеме инструктажа по охране труда по выполняемой работе.